Они не хватают звезды с неба, а дарят их жителям. На улице Осипенко новогоднюю иллюминацию монтировать начали 2 недели назад. В день сотрудники муниципального предприятия «Самарагорсвет» успевают украсить 5-6 фонарных столбов. Уже выполнили больше половины работы. Всего здесь должны появиться более 100 декоративных светильников. По 2 на каждой опоре. Меряется 3,5 метра от земли. Первая установлена 3,5 метра, а вторая чуть выше. Со стороны дороги чуть выше, так как проезжая часть, ну, то есть, чтобы не мешало, ничего не задевало. Работать не мешают ни снег, ни холод. Только припаркованные на улице Осипенко машины усложняют монтерам задачу. Если удастся найти владельца, попросят переставить. Нет, пойдут устанавливать железные звезды в другое место. Мощность у светодиодных лампочек небольшая. На освещенность улицы новогодние украшения повлияют, только когда зажгутся все единовременно. Гореть новые зимние звезды будут вот таким холодным синим цветом. Это сейчас их включили специально для нас. А вообще они будут загораться автоматически, когда стемнеет, вместе с остальным уличным освещением. Для жителей города новая иллюминация – настоящий новогодний подарок. Когда над головой сияют звезды, говорят, на душе сразу праздник. Праздничное настроение поднимается. В нашей грустной жизни хотя бы свет какой-то, огоньки. Ну, я думаю, это здорово, уже украшает город. Праздник. Настроение будет лучше подниматься, конечно. Еще будет один плюс – поднятие настроения. К Новому году жителей ждет звездопад. На Осипенко от проспекта Ленина и до Мичурина появятся уличные гирлянды. Подготовку к празднику планируют закончить до 10 декабря. Алина Чемерес, Константин Головин. События.